Морская вода в Одесской области соответствует эпидемиологическим нормам. Специалисты взяли 79 проб морской воды, 4 частным городским пляжам разрешили открыться. С сегодняшнего дня проверяют места для купания общего пользования. На сьогодні вже проводиться лабораторний контроль морської води в місцях водокористування міста Одеси, Кілійського та Тарбунарського районів. З досліджених у 2016 році 2007 проб морської води. З них 1% не відповідав нормативним вимогам. Це 20 проб на пляжах Дельфін, Відрада, Аркадія, Чайка, Курортний, Золотий берег в місті Одеса. С начала этого года зарегистрировали 3 вспышки кишечных инфекционных заболеваний. Специалисты ожидают рост заболеваемости традиционно в летний период. Чаще всего причиной инфекции становится нарушение санитарных норм при транспортировке продуктов питания, обработке сырья и полуфабрикатов.